Лицо Ивановского музыкального училища заметно помолодело. И это несмотря на солидный возраст. Учреждение отмечает свой 105-й юбилей. Оценить ремонт и поздравить учащихся и педагогов с праздником приехал Станислав Воскресенский. Региональный бюджет выделил 2 миллиона рублей. На эти деньги в порядок привели вход в здание, холл первого этажа, туалетные комнаты. Директор рассказал губернатору, что теперь просто необходим ремонт классов. Помещения, где учатся будущие артисты, должны быть так же хороши, как музыка, которая льется из музыкальных инструментов. Музыкальное училище – это училище с великими традициями, поэтому с первого дня, когда оно было рождено, оно пошагово шло к тому, что оно действительно культурное, востребованное учреждение. Возвращаются студенты с наших различных вузов, консерваторий, санкт-петербургских, московских, и если детей есть желание вернуться на родину, значит, учреждение востребовано, и эта работа и специальность востребованы для всех.